случилось мне достать такую вот монету, деньга времен Петра Первого, точнее 1703 года выпуска. Деньга это был копейки, был такой номинал в России. Ну и поскольку она 1703 года, хотелось узнать, чего же более поподробно, чего же в России и в мире произошло в этом году. Такая интересная монеточка медная. Так. Ну и в самом начале года, 13 января 1703 года, в Москве вышел первый номер русскоязычной печатной газеты «Ведомости о военных и иных делах, достойных знаний и памяти, случившихся в Московском государстве и в иных окрестных странах». Вот такая, вот такое длинное название газеты. В Италии 2 февраля в Аквиле случилось землетрясение. Ну, японцы, как всегда, удивили. В Японии 47 самураев совершили сеппуку, ритуальное самоубийство. 14 февраля случилось землетрясение в Норце, Италия. 7 мая в Лиманском поле неподалеку от села Долгое, Закарпатье, случилась битва между куруцами во главе с Томашем Эссе против регулярной австрийской армии, антигабсбургская национально-освободительная война. Ну, 12 мая русская армия взяла шведскую крепость Ниеншанс в устье реки Невы. А 16 мая был подписан Лиссабонский договор о вечном союзе между Португалией и Великобританией. 22 мая вблизи от Лиссабона француз Кьет Логан атакует эскадру в 100 голландских кораблей с большим грузом соли. 26 мая Португалия присоединяется к Великому Союзу. 27 мая царем Русского царства Петром I основан город Санкт-Петербург. А Даниэль Дефо 29 июля помещен к позорному столбу за преступление, мятеж и клевету после публикации политической сатирической брошюры. Даниэль Дефо, это вот, кто не в курсе, это про Робинзона Крузо, который написал. 8 августа первое издание Венской газеты случилось. 12 сентября английская армия десантируется в Португалии для усиления защиты от французов и испанцев. А 19 ноября в Париже в Бастилии умер человек в железной маске. 24 ноября по 2 декабря большой шторм 1703 года разорил Южную Англию и Ла-Манш, убивая тысячи прибрежных жителей. 27 декабря Португалия и Англия подписали Минуэнский договор о союзе и беспошлинном ввозе в Португалию и ее колонии английских товаров. Ну и Португалии исключительное право на импорт вин в Англию. 30 декабря случилось начало правления османского султана Ахмеда III. Ну и на самый Новый год землетрясение около Токио, Япония. Разрушено Одавара, Токио и другие города. Примерно 150 тысяч человек погибло. В Англии от большого шторма погибло 80 тысяч и сносило прям целыми деревнями, поселениями. Ну вот, согласно приказу Петра I, на берегу Онежского озера началось строительство железоизготовительного завода, который впоследствии дал начало городу Петрозаводску. Гюльем Амонтонс открывает влияние температуры на давление газа и объем. В Англии
в этом году, в 1703-м, началось строительство Букингемского дворца, а Исаак Ньютон стал председателем Королевского научного общества. Архитектор Бюль Шампайн контролирует строительство на востоке Парижа Шоте де Шампанс. Вот начало третьей экспедиции английского исследователя Уильяма Дампера в южной части Тихого океана. Ну, экс-герцог Карл с войсками союзников высадился в Португалии. Чё это бедная Португалия так не давала никому спокойно жить? Ну, в Вене был основан государственный банк. Вот такие вот интересные события. Ну, самое яркое получается, что основание Санкт-Петербурга. Тоже неплохо. Ну что ж, на этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание. До свидания.